вроде червого выпил. Что она сказала? Ты не услышал? Сюда про женатого мужчину. Хорошо, что это не про меня. Ух ты! Я помню вот это здание. Вот в этом здании очень-очень много лет назад мне шили форму военную, так скажем, когда я учился в кадетском классе. Именно вот сюда я приходил, с меня снимали мерки. Я не знаю, что это за здание. И теперь оно вот в таком виде, но очень-очень-очень-очень хорошо, если бы его восстановили. Так много зданий, которые в таком виде остаются, никому не нужны. Я говорил, что здесь очень сильно похоже, что весна пришла. А, да, точно. Здесь прям полное ощущение, что вот-вот-вот-вот-вот начнут почки на деревьях появляться. Я думаю, мы сюда еще раз придем с тобой. И посмотрим. Вот тот момент, когда начнут почки появляться на деревьях, на веточках. Кстати, я прошел уже, да? Да. Там был салон свадебной одежды, так скажем. Национальный костюм. Вот это вот хинкали. Вот просто в доме хинкали. Ничего себе. Панорама, конечно, тут отличная. Голубь. Голубь, голубь. Ой, а вон там... А, это армянская? Нет. А, да, армянская церковь. Походу, да. Или я ошибаюсь, или я не ошибаюсь. А, короче, очень сильно похоже. Ну, мы на армянской же сейчас идем. Так идешь, а здесь вот такие вот пятиэтажка, там тоже пятиэтажка. А тут вот частные дома, а тут такой, опачки, здрасте. Нормальный такой балкончик. Преобладают, конечно, здесь Гранта. И солярисы всякие. Так, пойдем опять на пешеходный переход. Пешеходный переход. Ну тут хоть никто не стал наезжать. Ой, а здесь снежочек. Так, снег. Так, куда дальше идем? Куда идем? И мы с пяточком. Большой-большой секрет. Улица Кантемирова. Я могу здесь чуть-чуть заблудиться. Хотя нет, чуть здесь буду. Я просто на машине когда езжу, тогда все проще. А когда пешком идешь, тогда все такое большое, так долго ходить с одного края к другому. Ага. Вроде бы правильно. Если нет, то нет. Тан-тан-та-дан-тан-та-дан. Так тихо, да? Здесь свой ритм жизни. Как только с большой улицы куда-то отходишь, в такие вот улочки с
сразу начинается свой крит. Ух ты! Золотая цепь на дубе Тома. Где кот ученый? Улица Рождественская. А, сейчас бы вспомнить, как она раньше называлась. В общем, ее совсем недавно переименовали обратно в Рождественскую. Она была изначально Рождественская, и потом ее в какую-то переименовали. Вот, блин, не вспомню. Инициатором ее переименования обратно, насколько я понял, потому что мне это рассказывал, или не мне, но я услышал в разговоре один из священников. Просто они, походу, были заинтересованы в этом. Только почему, не знаю, зачем. Угадай, что это? Это Стинская церковь. Я же обещал. Стинская церковь. Так, а ее вам тоже? Нет, ее не до конца отреставрировали. Но она очень хорошо выглядит. Ну, как сказать, отреставрировали? Она же просто в таком упадочном состоянии бывает. Там фасад, побелка и все остальное. Правильно, ну-ка ты еще скажи. Правильно сделал. Но он же не... Здесь вот такая вот обзорная площадка. На город и на горы. Так нравится здесь. В такую погоду особенно. Там горы. Там город, администрация местного самоуправления, вон там вот дом правительства, который проходили совсем уж недавно. А, да, а нет, вот это армянская церковь, вот то, что я видел до этого, я уже не понял, что это. Какая-то еще одна, что ли, что за купола были. А, здесь еще прикольно, знаешь, что? Вот это такая вот лесенка идет сюда. А еще эта церковь, этот храм относится к тем или к той категории, я не знаю, как это классифицируется. Но, в общем, здесь есть при храме вот эти вот захоронения, могилы настоящие. Здесь всякие известные люди захоронены. Филолог, подскажи, а? Захоронены или захоронены? Солнце светит, видите, как сильно. Я бы здесь полетал, если честно. Кстати, может полетать? Что скажешь? Если никто против не будет. Так, ну давай полетаю. Давай полетаю. А ты пока посмотри на вот так, на замечательный город. Так. Достаем из широких штанин.
Давай посмотрим, что тут у нас. Голуби, отстаньте уже. Голуби летают. Вот такой вот красивенький у нас получается вид. Мне очень нравится этот храм, особенно то, как он расположен. А больше всего это заметно, когда смотришь на него немножко с другой точки. Когда на фоне горы, вот эти вот горы, сейчас вот эти горы прям так красиво. Я не знаю, как тебе, но мне это очень сильно нравится. Смотри. Ну, не так, наверное, надо чуть-чуть. Чуть по-другому еще сделаем. Опять эти голуби пристали. Не думают, что это я, их кент какой-то. Главное, чтобы они меня не атаковали. Красота, страшная сила. Так, голубь, идите отсюда. Так, а где ты? Где ты? Где ты, милая? Блин, вот человек придумал, конечно, да, вот эти моменты, что ты можешь просто взять и полетать, и посмотреть то место, где ты находишься. С высоты птичьего полета. Даже особых усилий прикладывать не нужно. Вай. Вай, какая красота. Так, голуби, отвалите отсюда. Голуби просто здесь достали. Я не знаю, как у тебя, но у меня руки так замерзли. Я даже не знаю, как дальше управлять этим всем. Чудом техники.
Ты видел когда-нибудь так близко крест? Я, честно говоря, нет. Смотри, как красиво. Ужас. Красота — страшная сила. Пока у меня руки не замерзли, надо возвращаться. Знаешь где? Видишь меня? Видишь меня? Да нет, вот я. Привет, привет. Смотри, как просто это делается. Отлетаешь. Садишься, только чуть-чуть надо не упасть. Вот и все. Видишь, как у меня замерзли ручки, что я грею их так. Так, ну что, пойдем дальше? Пойдем дальше, сходим гулять. Тут главное все собрать. Что ты не смотришь, как я все собираю, да? Вот этот пульт. Просто собираем. Закрываем. В карман. Складываем. Это все тоже вот так закрываем, выключаем. Может быть, еще где-нибудь полетать можно будет. Та-дам. Та-дам. Очень удобный. Ну, надо резиночки какие-нибудь придумать, чтобы вот это вот все не ломалось. Просто берешь. И вот так в карман. Все, а теперь греться. Ой, у меня аж перчатки замерзли от того, что они были на мраморном полу. А что, мы сюда пришли, даже не внутрь не посмотрели. Пойдем посмотрим. Главное, чтобы... Главное, чтобы все хорошо было. Сейчас, может быть... Надо будет благословение получить на съемочку. Это же так происходит обычно. Блин, а там очень темно. Надеюсь, там будет что-нибудь видно.
Нет, ну он же там обычно не бывает, поэтому я просто посмотрел. Обычно бывают у меня съемки, бывают во время крещения, вот здесь чаще всего, здесь вот с этой стороны, именно где крестят, блин, неправильно надел, а здесь уже сам храм. И было бы интересно, может быть, тебе тоже посмотреть на процесс этот. Наверное, не весь, конечно. Итак, вкратце. Блин, ручки еще не отогрелись. Так, дальше я хотел сделать. Я хотел дальше пойти. Церковь называется Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Так, я думаю, можно спуститься вниз. Этой лестнице. Она тоже не особо так уж и давно была восстановлена, так сказать. Блин, по поводу вот этих плит, я не могу быть полностью уверен. Ну нет, это так, или не знаю. Но что хотел сказать, вот такие плиты у нас в Центральном парке использовались тоже в качестве ступеней, и подтвержденный факт, что эти плиты были взяты с кладбища, на месте которого построили вот этот парк центральный. И ты просто ходил по надгробным плитам. Там даже были имена, кресты и все остальное. Ну вот так вот происходит в жизни, круговорот сансары. Вот эта улица Хетагурова. Коста Хетагурова. А еще у нас есть самая длинная улица, которая от самого начала города до самого конца. Который проспект Коста Хетагурова. Вот написано улица Коста Хетагурова. То есть в честь одного человека две улицы. А, здесь еще вот на предыдущей улице, вот которую сейчас мы с вами прошли, там музей. Ну как музей, дом-музей. Посвященный Коста Хетагурову.
Ты не знаешь, что такое кустах Хитагуров? Да, конечно. Ну ты даешь. Придется тебя отвезти. Так скажем, в поездку, в поход, посвященный Коста Хитагурову. Там, где он жил, в каких условиях, историю про него. Это все я тебе расскажу. Не переживай. Весь летом тоже бывает очень приятно находиться. Все плющ, вот это вот деревья, тенечек, ветерочек. Вот, кстати, администрация местного самоуправления. Administration. Так. Идем дальше. Идем дальше. А дальше? Дальше. Ты куда хочешь пойти? Вот смотри, там впереди есть армянская церковь. Че этот? По церквям пройдемся или че? Че думаешь? Предлагай. Что-нибудь предлагай. Ну, может быть, у тебя есть какие-то свои мысли по поводу того, куда пойти. Не, как бы не то, что все равно. Я тебя могу отвезти куда угодно. Просто сейчас у нас по пути как раз армянская церковь.